Врачи рассказали о состоянии отправленных на карантин студентов, эвакуированных из Уханя. Госпитализированы на карантин 83 казахстанца, из них 80 студенты. Теперь они находятся на 14-дневном карантине. По словам главного врача страны Жандарбека Бекшина, пассажиров с коронавирусом выявлено не было. Все эвакуированные госпитализированы в многопрофильную больницу Нур-Султана. Больница новая, специализированная, с повышенной системой безопасности. В основном это жители Нур-Султана, Алматы, Шымкент, Актау, Семей, Алматинской области, Караганды. На борту самолета врачи провели еще одну термометрию – замер температуры прибывших. Только у одной женщины была температура, однако никаких признаков коронавируса выявлено не было. Все размещены в 2, 3 и 4 местных палатах. Условия питания очень хорошие. Палаты в инфекционном блоке многопрофильной больницы изолированы друг от друга. Все согласны с нашими требованиями, потому что аналогичные требования к ним были предъявлены и там. Находятся они в изолированных палатах инфекционного блока. В коридор не выходят. Приняты максимальные меры предосторожности.